колонки, передник и задний шов. Начнем с маленьких лепесточков. Добавляем прогибы, приклеиваем к основанию. Немножечко взахлёст. Росло будет средний лепесток. Третий слой, самый большой размер. Переходим к листочкам с зеленым. За устом готово, потрачено на нее 7 минут. И за устом можно собрать букет обернуть бумагой, вставить в деревянный ящик с другими цветами или есть вариант вставить все в кружку керамическую. Бумага может быть однослойная или двуслойная, цвета можно комбинировать. И завяжем ленты. Первый вариант самый простой. Сделаем сейчас. Подрезы. Цветы, если у вас есть воспитанные цветочки, то они тоже могут прибавить детальности вашей композиции. И можно добавить ленту. Композиция в кружке готова. Надо будет еще запустить.
также искусственные цветочки. Позиция готова.